Большое количество снега в этом году может привести к обильному половодью. В зону подтопления в Татарстане могут попасть 23 населенных пункта, 4 садовых товарищества, 5 мостов и 2 участка автомобильных дорог. Об этом рассказали в ходе брифинга, посвященного готовности служб республики к весеннему половодью. На нем обсудили эффективность мероприятий, которые уже проведены в целях предупреждения подтоплений. Также определили задачи на ближайшее время. Паводок нынешнего года, возможно, пойдет по напряженному сценарию. И мы предлагаем муниципальным районам переходить в режим повышенной готовности уже с сегодняшних дней. А в случае начала подтопления переходить в режим чрезвычайной ситуации немедленно. В Тукаевском районе в случае быстрого снеготаяния в зону подтопления может попасть село Большая Шильна. Вода тогда будет угрожать нескольким домам по улице Боровецкой, Заречной, Камской, всего порядка 34 домов. Осенью здесь проводилась предварительная очистка реки от кустарников. Еще один проблемный участок – пруд в поселке Новом. Здесь тело плотины практически разрушено и в случае подтопления ее может прорвать.